Подходов к мэрии становится все больше. Теперь пешие посетители исполнительного комитета города могут подняться к главному входу здания прямо с площади Азатлык. Широкую лестницу устроят здесь сотрудники предприятия автомобильных дорог. До сих пор лестница на пути к мэрии была только со стороны проспекта Хасана Туфана. На сегодняшний день завершаются работы по укладке бетонного основания нового сооружения.